Добрый день. Сегодня в городском доме культуры национального творчества прошла благотворительная елка, организатором которой выступила Алима Ольга Николаевна, депутат Государственной Думы и первый секретарь нашего Саратовского обкома КПРФ. Было представление для детей предновогодние, праздничные. Дети увидели Деда Мороза, были счастливы, довольны. Кроме того, мы вручили им подарки. Небольшие сладкие пакетики, в которых каждый найдет что-то вкусное. И, собственно, подготовка к ожиданию самого главного праздника года для детей будет очень сладкой. Мы позовем друзей хороших, устроим праздник от души. Я от ее имени хочу поблагодарить всех участников замечательного мероприятия и поздравить с наступающим Новым годом всех собравшихся детей, их родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, всех, кто сюда пришел. Ну, во-первых, сначала давайте похлопаем нашим артистам замечательным, которые подарили нам достаточно много времени, когда можно взрослым вернуться в детство, а детям уже начинать готовиться к новогоднему чуду. Все уже кричат, хотят, наверное, подарки, да? Детишки, вы сегодня вот увидели Деда Мороза, это значит, что Новый год совсем скоро, и поэтому вторая часть нашей программы – это, конечно, сладкие подарки, которые, как вы знаете, все получите на выходе из зала. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы следующий год был просто хороший. Не буду ничего говорить, ничего это. Любите друг друга, делитесь теплом друг с другом, поддерживайте друг друга. И чтобы в следующем году у вас было счастье больше, чем было в этом. Хотим сказать спасибо директору Дома культуры Косаревой Наталье Владимировне за организацию этого мероприятия. Поздравляю, пользуясь случаем, всех с наступающим Новым годом и желаю, чтобы он был хоть чуть-чуть счастливее, чем уходящий 2022 год.